9 человек, пострадавших в результате теракта в субботу, у здания МВД остаются в больницах Махачкалы. Состояние одного из госпитализированных оценивается как тяжелое. Он на данный момент находится в реанимации ортопедо-травматологического центра. Остальные пострадавшие с травмами средней и легкой степени тяжести были распределены по республиканским больницам. Их состояние стабильное, сообщают в травмцентре. Всего было госпитализировано 11 человек. Тяжело раненая женщина позднее скончалась в больнице. Двое пострадавших в субботу ночью самолетом МЧС были доставлены в Москву. На этом же самолете в московскую клинику был направлен еще один тяжело раненый, но уже в ходе двойного теракта 20 мая у здания Федеральной службы судебных приставов. Напомню, тогда погибло 4 человека, пострадали около 50.